наш карантиновый бункер. Прямо сейчас я готовлю завтрак. Надеюсь, что звук кипящего яйца не будет сильно вас отвлекать. Мы не покидали... Оно готово? Не покидали стены этой квартиры последние практически 2 недели. А это значит, что мой личный карантин, под который я попала, когда я вернулась из Эмиратов, уже практически окончен, он подходит к концу. И да, не могу сказать, что это было очень сложно, но это определенно интересный опыт. Не то чтобы, когда карантин закончится, я побегу тусоваться на улице, но я, по крайней мере, смогу съездить к родителям. Кстати, именно там сейчас находится Алиса. Мы собрали небольшой семейный совет. В общем, смысл заключается в том, что по правилам карантина я не могу выходить на улицу даже для того, чтобы вынести мусор. Вы можете себе представить? Ну, окей, ладно, это обоснованно, ничего не имею против. Но мы подумали и пришли к выводу, что поскольку мои родители живут в своем собственном доме, у них есть задний двор, на котором можно гулять и проводить время на свежем воздухе, Алиса проведет 2 недели там, потом закончится наш, как я уже сказала, личный карантин. Господи, слово «карантин» будет словом этого видео, я вам обещаю. Так вот, я смогу приехать к ним и либо забрать ее, либо мы будем проводить время все вместе там. Я не знаю, мы еще не решили, пока что мне просто нельзя никуда выходить из дома. Насчет мусора, это очень забавная ситуация, потому что я долго думала, как с ней можно справиться. По сути, у меня есть телефоны волонтеров, которые могут приносить вам продукты, могут выкидывать мусор, если вам это необходимо. Черт, я не могу готовить и разговаривать одновременно. На данном этапе я просто складирую весь свой мусор на балконе, там уже накопилось несколько мешков, потому что мне кажется, что у волонтеров их время ограничено, и оно очень ценно на данный момент. Я ни в коем случае не хочу притягивать на себя их внимание, при том, что я абсолютно на 100% могу справиться с этой ситуацией сама. Я могу заказать продукты онлайн, я могу оставить, бог с ним, свой мусор на балконе. Это вообще такая ерунда по сравнению с теми людьми, которые действительно нуждаются в волонтерах сейчас. Поэтому я даже ни разу не звонила по этой горячей линии, я просто все заказываю в интернете. Так, что еще, что еще? Да, сейчас я готовлю завтрак. Я очень рада, что через несколько дней можно будет высунуть свой нос на улицу и, наконец-то, вспомнить, что такое свежий воздух. Если честно, в самом начале у меня был жуткий какой-то приступ клаустрофобии. Ребята, я чуть не упала в обморок. Я не знаю почему, мой организм никогда в жизни не реагировал на стресс таким образом, но когда мы разговаривали с полицией, они приходили сюда, проверяли, с ним ли мы дома и так далее, я почувствовала такое адское волнение, я не знаю, замешательство, и вот эта волна стресса нахлынула на мое тело, и оно отреагировало очень странным образом. Но на самом деле после этого все было более чем в порядке. Так, мне нужно разогреть кашу. Я покажу вам, что я готовлю, как только я закончу этот завтрак, который мы ели последние несколько дней. Объясню, почему. И да, мне бы очень хотелось, с одной стороны, как-то мотивировать вас на то, чтобы проводить это время, которое нам так-так приходится проводить дома, с пользой для себя, заниматься каждый день и есть только полезную еду, но... Это совершенно не то, что происходит со мной в последнее время. Я абсолютно демотивирована в плане... В плане собственного здоровья. Мне кажется, я просто слишком сильно расслабилась и не могу ни на чем сфокусироваться, поэтому я просто дала себе это время на то, чтобы есть вкусняшки, высыпаться. Я никогда в жизни не вставала так поздно, ребята. Обычно я просыпаюсь супер рано утром, но сейчас все складывается немножко иначе. Не знаю, как у вас, кстати, напишите мне в комментариях, есть кто-то, кто реально чувствует себя мотивированным в это время, чтобы каждый день вставать, заниматься и просто держать себя в 100% форме, потому что у меня, к сожалению, пока сил на это не находится. По большей части я занимаюсь тем, что просто привожу там в порядок, как-то заземляюсь, я даже не знаю. Я пытаюсь разобрать те захламленные углы, которые были обделены моим вниманием последние пару лет. Таких у меня в доме очень-очень много. И, как вы уже, наверное, поняли по вступлению, это будет более сырой влог, чем я снимаю обычно. Более реальный. Я хочу действительно показать вам день из жизни, чтобы вы могли видеть, чем мы занимаемся на карантине, или я, потому что я не знаю, сколько вы увидите Сережу в этом видео. Я дала ему спальню, чтобы он мог спокойно работать там. Поэтому я стараюсь не лезть к нему, не отвлекать лишний раз и просто заниматься своими делами. Помимо всего прочего, я думаю, мы все с вами, девочки, в одном и том же положении. Если бы вы знали, как отчаянно я нуждаюсь в педикюре. И я не делала собственный педикюр, наверное,
4 года, возможно, даже 5 лет. Все время делаю гель-лак, у меня, в общем-то, нет необходимости корректировать что-то дома самой. Сейчас все, абсолютно все закрыто. Хотя, теоретически, я могу поддержать какого-нибудь частного предпринимателя, знаете, которые приходят к тебе домой и делают все на дому. Ну ладно, с этим решим позже, но с педикюром явно надо что-то делать, потому что он не в порядке. Вот такую классную кашу я делаю себе в последнее время. Я, конечно же, очень бы хотела видеть на ней свежие фрукты, но поскольку у нас сейчас практически нет к ним доступа, я заменила их на различные сухофрукты, орехи. Мне очень нравится использовать чернослив и финики. Получается такая каша, вдохновленная кальянами и восточными ароматами. И, кстати, я готовлю ее на кокосовом молоке. Боже, я уже умираю от голода, несмотря на то, что это мой второй завтрак. Ваня, новая шторка, как вы могли заметить. Не скажу, что я от нее в полном восторге, но гораздо лучше, чем та темно-зеленая, которая была у меня раньше, потому что с той меня преследовало ощущение, что я моюсь в склепе. Сейчас стало гораздо приятнее, но, буду честной, мне бы хотелось розовую. Я просто пока не знаю, где найти ее. Вообще, мне кажется, это один из очень хороших способов, чтобы совсем не свихнуться и не сойти с ума в текущей ситуации, как-то немножко освежать интерьер вокруг себя, если у вас есть такая возможность. Именно то, чем я занимаюсь практически каждый день, потому что я купила эту шторку, наверное, 3 месяца назад. Она просто лежала у меня в ванне. Я сейчас сожгу себе попу плойкой. Да, она просто лежала у меня в ванне, ждала своего часа. Сейчас я наконец-то нашла время повесить ее. Также совет, который я определенно могу дать вам, это открывать окна. Я каждый божий день проветриваю свою квартиру по максимуму. Я открываю все окна нараспашку. Просто позволяю сквозняку некоторое время гулять по моей квартире, освежать ее, потому что кислородное голодание может стать настоящей проблемой. Мое лицо зеленеет, когда я не выхожу на улицу так долго, поэтому хоть что-то. Я выхожу на редкие прогулки на балкон, либо вот такая ситуация с проветриванием квартиры. Еще один момент, который я бы посоветовала вам, это хоть немножко приводить себя в порядок по утрам. Понятно, что в этом нет абсолютно никакой логики, в том смысле, что вы не выходите из дома, какой смысл одеваться и краситься, тем более лишний раз как-то забивать свои поры, но, опять же, это очень позволяет оказаться вот в этом тягучем, депрессивном болоте, когда каждый день одно и то же, мешки под глазами и растянутые треники. Я не знаю, 50% времени мне нравится приводить себя в порядок по утрам. Я надеваю какую-то хотя бы просто опрятную домашнюю одежду, если не уличную, и немножко макияжа, я не знаю, вот моя маленькая косметичка, у меня здесь практически все, что мне нужно для ежедневного ухода. Не ухода, макияжа, это для макияжа. Здесь у меня лавандовый спрей для лица, BB-крем, потому что я думаю, это не так вредно для пор, как обычный тональный крем, несколько буквально средств для бровей, потому что мне нравится приводить свои брови в порядок. Румяна, которые я практически не использую, но иногда мне все-таки нравится добавлять немножко цвета к своему засидевшемуся дома лицу. И я завиваю ресницы, но я не крашу их тушью, потому что я ненавижу ощущение туши на ресницах, поэтому я просто завиваю их. В плане уходовых средств, мне кажется, я сократила все до абсолютного минимума. Мне сейчас очень нравится использовать розовую воду, розовый тоник. Я так понимаю, это просто вода с экстрактом розы или что-то такое. Потрясающе вкусно пахнет, и мне прямо жаль, что он скоро закончится. Также я оставила себе достаточно легкую сыворотку. Сейчас я пользуюсь вот этой от Darphan, и она пахнет весной, она пахнет цветами, все цветочные ароматы в данный момент очень сильно поднимают мне настроение, потому что, естественно, гулять нет возможности, хотя бы ощущать вот эти ароматы весенней свежести для меня крайне важно сейчас. Я осталась верна своему повседневному крему для лица от La Prairie, потому что это очень хороший, простой, базовый, супер увлажняющий крем. Единственное, я еще хотела показать вам вот эти штучки, у меня был их целый набор, корейский эксфолиатор. В комплекте идет вот такой спонж, вы просто распаковываете один из пакетов, складываете туда спонж, и он пропитывается вот этим мыльным раствором, который находится внутри. Потом вы просто массажируете им лицо, он очень хорошо эксфолиирует. Эксфолиирует, такое слово есть. Просто как-то освежает кожу, делает ее сияющей, цвет лица более ровным, косметика хорошо ложится, поэтому я периодически делаю вот такие штучки дома, когда у меня есть настроение. Также я все еще не забываю о своих массажерах для лица, у меня их 2, я храню их в холодильнике.
техники и использую в зависимости от ситуации. Вот этот, мне кажется, больше подходит для тех дней, когда мое лицо кажется отекшим и опухшим с утра, и мне просто хочется ощутить такое мощное давление. А вот это... скорее тогда, когда я хочу расслабиться, я использую его вечером. Если вы никогда не пробовали, это мега приятно. Прямо рекомендую вам. Тем более сейчас у нас нет доступа никаким косметическим кабинетам, поэтому делаем все, что можем в условиях собственного дома. Так, кстати, совсем не сложно. На YouTube сейчас очень много разных обучающих видео, которые можно посмотреть и сделать себе массажик самостоятельно. Просто берете любое масло для лица. Главное обрабатывать их каждый раз после того, как вы ими воспользовались, чтобы они не копили микробы. Еще у меня дома появилось несколько разных гаджетов, один из которых выглядит вот таким образом. Я не знаю, в курсе ли вы, что это такое, но это называется ирригатор для зубов. Причем мне его посоветовала мама еще где-то с год назад. У моей мамы на зубах стоят виниры, поэтому она всегда в курсе каких-то стоматологических классных приспособлений. И она купила себе ирригатор, была в полном восторге, сказала мне обязательно попробовать. Я заказала его где-то с месяц назад. Я просто подсела. Это такая штука, вы заливаете сюда воду, включаете его, и он прочищает ваши зубы, все пространство между зубами, ваши десны под таким очень мощным напором воды, и он вычищает все, абсолютно все, никакая нить вообще рядом не стояла по сравнению вот с этой штукой. Каждый раз, когда я использую его, у меня ощущение, что я реально сходила на полноценную чистку зубов у стоматолога, но это, кстати, не больно, совершенно не больно. Скорее наоборот, приятно, потому что вы ощущаете такое давление на десна, и я так понимаю, этот массаж, он тоже стимулирует кровообращение, это очень полезно, помимо того, что все пространство между зубами становится чистым. И я не знаю, в последнее время я очень фанатично стала относиться к своим собственным зубам, так что если вы находитесь со мной в одной лодке, я прямо рекомендую вам эту штуку, потому что она вообще меняет правила игры. Да, я пользуюсь ей уже где-то с месяц. Кстати, бренд называется Be Well. Я перечитала огромную кучу отзывов на Озоне и разных других сайтов. Пришла к тому, что этот самый адекватный в плане сочетания цены и качества. Он очень мощный. Здесь есть несколько режимов. Я обычно использую пульсирующий режим. Самое главное, что мне нравится, он еще ни разу не разрядился. Я зарядила его где-то на второй или третий день, с тех пор, как он у меня появился. Прошел уже месяц, мне кажется, даже чуть больше месяца, я брала его с собой в Дубай, пользовалась там, он все еще не сел. Вообще, я использую электрическую щетку для зубов, которой у меня нет абсолютно никаких претензий, но как какое-то дополнительное устройство, мне кажется, это прямо очень-очень круто. В общем-то, да, это все, что я хотела вам показать, мой маленький утренний ритуал ухода за собой. Сейчас я хочу немножко привести в порядок волосы и заняться, наконец, домашними делами. Кстати, да, если кому интересно, как я сейчас укладываю волосы, я стараюсь минимизировать воздействие фена и плойки, поэтому я просто собираю их в пучок, пока они еще влажные, они становятся волнистыми, потом я просто беру плойку, ставлю ее на самую минимальную температуру и дозавиваю буквально 2-3 пряди для того, чтобы все выглядело равномерно и опрятно. Вау, ребята, на улице сегодня так темно и пасмурно. Мне даже отчасти не обидно сидеть дома в такие дни, я бы все равно никуда не пошла. Сейчас мне нужно наконец-то разобрать чемодан. Я, как ответственная женщина, когда прилетела, решила оставить его на 3 суток, потому что, если там, не дай бог, вирус, я слышала, что он умирает без контакта с человеческим телом за 2 дня или за 3 дня, что-то такое. Прошла неделя, он все еще вот в таком состоянии, поэтому сейчас мне нужно разобрать его, я включу себе какой-нибудь сериал. Я даже не знаю, что я хочу. Вообще, я досматриваю утреннее шоу, у меня остался последний эпизод, и вчера или позавчера один очень неприятный человек в Инстаграме написал мне, чем все закончится. Если ты смотришь это было отвратительно с твоей стороны. Но, тем не менее, я в любом случае хочу увидеть все своими глазами, поэтому сейчас я включу себе заключительный эпизод и займусь чемоданом. We'll be right back.
Итак, ребята, следующий вопрос на повестке дня – это все мои растения. Я решила привести их в порядок, пока у меня достаточно времени. К моему огромному сожалению, моя пальма… Я знаю, что это не пальма, но это уже просто ее имя, мы зовем ее пальма. Она, кажется, умирает. Хотя она переживала очень сложные времена и всегда умудрялась выжить, но я не знаю, что с ней будет дальше. На самом деле, она очень дорога мне как память, потому что это растение у меня с самого детства в той квартире, где я выросла. Оно всегда стояло в коридоре, потом я забрала его к себе. А Сережа нашел какие-то штуки, пока меня не было. Он посоветовался с консультантами, они сказали, что если я попробую вот эти две добавки, возможно, они как-то помогут моему растению выжить. Не знаю, посмотрим. Сегодня я пытаюсь разобраться, как они работают, и полить ими пальму. Вот это новинка в моей коллекции. Этот цветок тоже купил Сережа, видимо, когда ездил за добавками. Ну, посмотрите, какой он прекрасный. Я очень давно хотела себе что-то новое в плане растений, но каждый раз, приходя в магазин, мне как-то ничего особо не нравилось, не западало в душу. От этого я в полном восторге. Мало того, что розовый – это мой любимый цвет, он еще и с темно-зелеными листьями. Мне кажется, темно-зеленые листья смотрятся гораздо круче, чем вот такие светло-зеленые, и я думаю пересадить его вот в это кашпо, будет смотреться вполне себе неплохо. Кстати, если вам интересно, оно называется маранта, если она приглянулась вам, и вы тоже хотите такую. Черт, я уже умудрилась просыпать землю, нужно застелить здесь все как следует. Также у меня есть, правильно он называется, фаленопсис, но, насколько я понимаю, это обычная орхидея, цветы уже умирают, но я хочу спасти и пересадить вот эту часть вот в такой красивый горшок. Это, кстати, единственные два горшка, которые у меня остались, так что как раз. В общем, да, здесь у меня грунт, дренаж, все, что нужно для домашней садоводческой вечеринки, которую мы с вами сейчас устроим. Кстати, если честно, в садоводстве я полный ноль. Мне вообще никогда не доставляло особого удовольствия копаться в земле. Но мне нравится ухаживать за растениями, которые я действительно люблю, как это пальма, например. Вот эта малышка просто, она доставляет мне столько удовольствия. И на самом деле, куда ты ее не поставишь, она везде смотрится круто. У меня недавно было растение, которое, к сожалению, скончалось. Я понесла его домой и перетаскивала из угла в угол. И, в общем-то, оно просто не находило свое место в квартире, понимаете? С этой все наоборот. Я не до конца понимаю, что мне нужно делать. Возможно, я буду делать все на 60-70% неправильно, но я посмотрела пару видео, пару обучающих моментов. Эти яблоки такие сладкие. Ладно, поехали. Если хочешь спасти себя, встретимся у тебя в офисе. Я разбирала чемодан, я наткнулась на все те вещи, которые купила, пока была в Дубае. Мы, конечно, особо не ходили по магазинам, но в первый день, когда мы только прилетели, ситуация еще была весьма спокойная, адекватная, и мы были в торговом центре. Я наткнулась на один большой стоковый магазин, я не помню, как он называется, но я обнаружила там огромное количество вещей от Free People с гигантской скидкой. Я не могла упустить такую возможность. Первое, что я выбрала, это вот такой расслабленный летний свитер. Не знаю, мне он очень понравился. Мне кажется, горчичный оттенок здорово смотрится летом. Можно носить с какими-то легкими юбками, с джинсовыми шортами или просто с джинсами. Вообще, кстати, я в последнее время заказываю очень много вещей от Free People на ASOS. Тот свитер, кардиган, в котором я хожу сегодня весь день, он тоже от Free People. Я заказала его где-то 2 месяца назад. И да, мне нравится качество. У них очень классная посадка, поэтому я решила не упускать возможность, набрала себе несколько вещичек. Дальше я выбрала вот этот топ, мне очень понравился мятный оттенок. Кстати, мне кажется, холодные голубые цвета, такие приглушенные, будут очень актуальны летом, но я ношу его уже даже сейчас просто с какими-то домашними трениками, с домашней одеждой. Это как раз тот вариант, который помогает мне выглядеть более или менее собранно и адекватно дома на карантине. Понятно, что сейчас мало желания носить джинсы, но просто, знаете, что-то свежая, аккуратная.
Еще один верх, который я хотела показать вам, это вот такой лонгслив. Это уже не Free People, я нашла его в каком-то мужском отделе, и он достаточно большого размера, L или XL, что-то такое. Но мне кажется, он сидит очень здорово, и мне понравился оттенок, такой винтажный, бирюзовый, приглушенный, как будто бы чуть-чуть застиранный. Я люблю такие вещи. Его можно носить как какую-то уютную домашнюю одежду, или может быть даже с черными или джинсовыми шортами, когда будет лето, потеплее. Кстати, он достаточно длинный, он где-то вот посюда. Может быть, я даже смогу носить его как платье с кроссовками, посмотрим. Надо все примерять, пока я просто достала из чемодана. Еще, ребята, посмотрите, какую классную штуку я отрыла. Я показываю вам его именно таким образом, потому что в зеркале, мне кажется, совершенно не видно структуру и не видно правильный оттенок. Это такой электрик блю темно-синего оттенка. Бархатный, очень красивый блейзер. Он достался мне за какие-то копейки, мне кажется, меньше, чем за 2000. Я видела что-то подобное в новогодний, предновогодний сезон в Massimo Dutti, и там был подобный костюм, но он стоил совершенно немеренно. Поэтому, когда я наткнулась на этот блейзер, опять же, в мужском отделе, я схватила его и уже никогда не отпускала. Кстати, я думаю, что с какими-то классными сережками. А, я уже очень хочу какой-нибудь теплый вечер, чтобы выйти, пройти пешком до летника, надеть джинсы, каблуки, блейзер, серьги, просто посидеть и попить коктейль с девочками. Я в восторге от этого блейзера. Что это за бренд? Бренд называется Reaction. Я даже никогда о нем не слышала. Также, ребята, я купила себе новое летнее платье. Посмотрите, какое оно классное. Это, опять же, Free People. Вот о чем я говорю. У них какая-то совершенно неповторимая посадка и очень хорошие ткани. И я чувствую себя в нем так великолепно. Мне кажется, с какими-то каблуками летним вечером будет просто... Ну или просто с сандалями днем. Очень красиво, мне безумно нравится. Папа сказал, что это самая лучшая вещь из всех, которые я выбрала, ему очень понравилось. Кто будет спорить с папой? Никто не будет спорить с отцом, правильно? Платье действительно великолепное. Я уже представляю, как классно в нем будет танцевать или просто прогуливаться по городу днем. Пожалуйста, ребята, давайте будем сидеть дома хотя бы для того, чтобы к лету наш карантин наконец-то закончился, и мы могли ходить по летним кафе и прогуливаться по набережным. Как я скучаю по этим временам. Окей, меня уже преследует ощущение, что этот влог будет состоять из сплошных таймлапсов, но у меня есть вот эта зелень из букета, которую я засушила где-то с месяц назад. И в последнее время мне очень нравится засушивать свои букеты, особенно если они очень красивые, чтобы они стояли у меня дома вечно. Хотя поговаривают, что сухие цветы в доме не к добру, но я, если честно, не верю во всю эту чепуху. И да, наконец-то пришло время снять их и реорганизовать какую-то вазу. Хотя, не знаю, все вазы у меня в доме, кажется, закончились. Я не знаю, что я делаю не так, но почему некоторые из них засушиваются правильно, как-то симпатично, вот таким образом, а некоторые получились плоскими и похожими на гербарий. Это странно. Ну ладно, мне все равно все нравится. Я думаю, просто от этого малыша нам придется либо избавиться, либо поставить его в какое-то другое местечко. Ребята, я попыталась с этой вазой, но мне не очень нравится, как это смотрится. Я попыталась поставить это в спальню, и что-то не то. Вот этот букет выглядит мне гораздо интереснее, так что попробуем что-нибудь другое. Ну и вот, ребята, финальный результат. Я, извините за грязь, мне еще предстоит убрать это. Я решила использовать свою новую чашку, из которой я сегодня пила воду с лимоном и кофе. Нет, не кофе, сегодня я пила матчу. Но я готова пожертвовать ею временно, потому что мне очень нравится, как оттенок листьев сочетается именно с темно-коричневым стаканом. И очень скоро освободится вот эта емкость от свечки, в которую я смогу их переставить. Пока что я оставлю их вот здесь, на моем столе. На самом деле, мне первый раз в жизни нравится, как смотрится этот стол, потому что когда я его заказывала в интернете, он казался мне красивым, но у меня такое чувство, что он как-то не вписывается, что ли, в эту комнату, или не особо сочетается с диваном. Он, наверное, слишком маленький для размера дивана. Кстати, этот диван я мечтаю поменять уже очень долгое время, но я пока не готова инвестировать в новый. Да, по-моему, очень неплохо. Гораздо более
стильно и симпатично, чем тот букет, который стоял здесь раньше, кстати. Пока будет жить на подоконнике, где я крашусь. Неплохо, пойдет. Также я пересадила вот это прекрасное создание, теперь мне нужно найти ему достойное место. Мне нравится, как он смотрится в коридоре, но проблема моей квартиры заключается в том, что здесь очень темно. Здесь фактически нет светлых мест, а большинство растений любят находиться на свету, и поскольку я ненавижу подоконники, я практически ничего не ставлю на подоконники. Над этим мне предстоит крепко подумать, учитывая, что я хочу найти ему такое место, где его будет очень хорошо видно. Также небольшая проблема произошла с орхидеей. Как вы помните, я пыталась пересадить ее в тот красивый геометричный горшок, и, возможно, для многих это было очевидно с самого начала, но я не поняла. Он очень маленький и низкий для ее корневой системы, это во-первых, и во-вторых, там достаточно мелкое отверстие, через которое я не могла засыпать нужное количество земли. В общем, я решила, пока у меня нет ничего другого, я оставлю ее вот в этом горшочке. Малышка пальма, я сделала все, что могла с ней. Я полила ее нужными средствами. Мама сказала мне отрезать вот эту верхушку, но я пока не до конца понимаю, как это правильно сделать. У нас очень классная погода сейчас. Прям карантиновый позитив. В общем, надеюсь, она выживет. Боже, я устала. Теперь мне нужно приготовить матчу. Кстати, я зажгла свою свечку, потому что мне побыстрее нужно стакан. Я думаю, вы уже, наверное, подустали смотреть, как я готовлю матчу, но в последнее время я пью ее все чаще и чаще, гораздо больше, чем кофе, чему я искренне рада. То, что я была кофейной наркоманкой очень и очень долго и не знала, как избавиться от этой привычки, но с тех пор, как у меня появилась матча, кофе как-то сам по себе отошел на второй план. И вообще у меня такое ощущение, что матча дает тебе ту же самую энергию, возможно, даже больше, но не такими рывками вверх-вниз, а именно спокойную, размеренную энергию. Кстати, после этого, я думаю, удариться в интернет-шоппинг, потому что, во-первых, у нас закончились все продукты. Реально, я не знаю, что готовить на ужин. Там есть какая-то печень в морозилке, я попытаюсь что-нибудь с ней придумать, но у меня нет овощей, у меня практически нет свежих фруктов, и мне нужно сесть и заказать продукты в Метро. И есть еще две странные вещи, которые я очень хочу купить. Первая – это машинка для попкорна. Недавно я поняла, что очень люблю попкорн, и следом за этим я выяснила информацию о том, что тот попкорн, который мы покупаем в морозилке... Боже! День еще даже не заканчивается! Тот попкорн, который мы покупаем в магазине и готовим в микроволновке, там очень много масло, и если готовить попкорн дома без использования масла, там на самом деле не так много калорий, и можно есть его в неограниченных количествах. Ладно, это я, конечно, переигрываю. И еще один момент. Я хочу наконец-то купить себе электрочайник, потому что все это время у меня был, наверное, вы его помните, был, да и сейчас есть, вот этот очень красивый чайник со свистком, который я разогреваю на плите. Но у меня есть одна дурацкая привычка, от которой я очень хочу избавиться. Мне постоянно нужно съесть что-то сладкое после того, как у меня был прием пищи, соленый обед либо ужин. И я хочу заменить это на привычку пить чай. Но готовить чай таким образом очень долго и неудобно, и мне просто становится лень, я лезу в холодильник и беру там шоколадку. Поэтому я подумала, если я куплю электрочайник, возможно, эта привычка как-то больше срезонирует со мной. Я выбирала огромное количество продуктов и боюсь, что это еще не конец, потому что у меня закончилось все, начиная от стирального порошка, заканчивая средством для посудомоечной машины, просто средством для мытья посуды. Кстати, вы помните, что я рассказывала
о моем пострадавшем ноутбуке. Сейчас он, к сожалению, выглядит вот так. Мне еще предстоит замена экрана, когда хоть что-нибудь в нашем городе откроется. Также я исследую попкорницы. Оказалось, что их не так много. Я пытаюсь выбрать самую симпатичную, самую эффективную. И я поглядываю на чайники. Не буду врать, мне, конечно, очень хочется вот этот смеговский чайник, но цена немножко кусается, поэтому я изучаю аналоги, которые выглядят примерно таким же образом, какие-то а-ля ретро-электрические чайники. Не знаю. Или, может быть, просто инвестировать в тот, который мне давно хотелось. Ну что, друзья, я думаю, что на этой ноте я закончу с влогом, потому что, мне кажется, он так получится крайне длинным. Мне еще предстоит долгий мыслительный процесс на тему того, что можно сделать из куриной печени, чтобы это было вкусно. Спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами увидимся в следующий раз. Пожалуйста, не сходите с ума во время карантина. Вы нужны мне. Мы нужны друг другу. Давайте как-то, я не знаю, подбадривать друг друга, списываться в комментариях. Я, как только выложу это видео, буду отвечать на ваши комментарии. Поэтому пишите, пожалуйста. Я вас очень люблю и целую. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!